Всем привет! Сегодня у нас маленькие кошмарчики 2 начинаются. Поехали! Так, чик. Первая часть мне понравилась, но она прекрасная. Это вторая часть, я думаю, будет не хуже. Тем более в демку играл, там чувак с ружьем меня пугал. А, поехали, что-то у нас происходит. Калидор! В сумасшедшем доме, правильно говорить, Калимдор. В первой части, кстати, до последнего было непонятно, где мы находимся. Оказался какая-то корабль какой-то. О, дверь с глазом. Сейчас посмотрит. А, просто показали. Так, мальчик вот тот самый. Или это опять девочка? Как я в первой части долгое время не мог понять, кто это. Это девочка. Так, подожди, так это... Ага, бегает. Так это прям... Демка получается, да? Или нет? Ну, в смысле, в демке же я в этом месте бегал, не помню просто. Чё, подожди, можно включить эту херню, челик? Чик-чик-чик-чик-чик. Нет, не включается. Чё это вам на полу валяется? Не на полу, на земле. А, о! Кубик какой-то. А что на кубике написано? 2. Нафиг он. Зачем мне кубик? Страшная музыка какая-то. Ой! О-о-о. Фу! Мухи! Давай, запрыгивай. Эх! Запрыгнули. Кубик оставили нахер. Так, сюда пролазим. Ну. Ага. Пробираемся. Давай залазь. Вот я присел уже. Мальчик куда-то направился. О-о-о. Эта часть пострашнее, но... Первый просто какие-то повара страшные за тобой, там и все, и этот... Чувак без глаз и ползали, тут он трупы уже вовсю показываются. Оба. Так, тут у нас ловушка. Фью. А подожди, давай в обратную сторону пробежимся. Так. А, тащить надо. Угу. Все понятно. Оп. А может за веревку надо было дернуть? Ну ладно, хер с ним. Не дернули и не дернули. Задачи у нас нет. Все секретики. А, бежим, блин! Тихо, 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 тихо. Ой, блин. Че, охерело бревно, что ли? Бросилась на меня, видели, да? Так. Теперь надо что-то сделать. Подожди, вот тут, наверное. Угу. Эй! А. Давай, 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 давай. Да, это в дымке было начало, все вспомнил. Я еще вот в этом месте как раз долго не мог догадаться. Ой! Блять! На самый кончик упал. Кончик. Ну. Оп. Угу. Оба. Лес старшенный.
Слушайте, ну вот если вот про игрушки говорить, мне вот даже, наверное, больше, чем Little Nightmares, понравилось Bramble. Mountain King! Так, тут не помню, что делать. А, тут по на веревочке спускаться. Ой, блин, думал, на веревочке надо спускаться. Bramble Mountain King. Bramble — это ягода какая-то там, или цветочек. А этот, Горный Король, Горный Король. Классная игра, поиграйте. Там боссы, ой, блядь, боссы такие клевые. Тут, правда, во второй части я не знаю. Ой, блядь, тихо-тихо, что это? А, ловушка была. Блин! Я думал, там растяжка. А, нужно эту кинуть, обувь. Воронье! Че ты, блин, хомку? А, бросить через пробел. Ага. Первая часть. Вот давайте. Bramble Mountain King явно лучше, чем. Ну, это первая часть Nightmares. Поиграйте, вот поиграйте. Оцените. Может, история так попроще? Потому что в этом Little Nightmares она же типа такая страшненькая своей этой непредсказуемостью. Бля, капканы везде. Давай палку мы вытащим. Ага. Так. Сейчас будем как по минному полю идти, если я правильно понял, да? Ага, точно. А вон, вижу. Бля, нихера себе. Охереть. А, шишками давай кидаться будем. А вот. Ага. Во-о-о-о. Щу. Жесть. Охренеть, страхолюдство так-то. А он прям нельзя падать. Ага, да. Ай, сука, почему ты, блин, прыжок-то не нажал? В смысле, блин, ты что сейчас исполнил-то? Оба. Еще это такое подумал, можно ведь просто упасть. Нажал прыжок, и это и прыжок, видно, поздно нажал. Так. Сейчас что-то начнется. А, я в дом зайду точно. И там был чувак с ружьем. На... Это его все ловушки. Ой, нахер я баночку подобрал. Музыка страшная. Еще и это, как его. После всяких техасских резней бензопилой. Вот эти дома в лесу напрягают. Одинокие дома в лесу. Полузаброшенные такие. Эй, дайте-ка я это чайку плесну себе. Ой, головные уборы же здесь. А давай вот деревянные деревья. Деревянный чебуратор. Ой. Этот, как его? Буратино, ёкарный бабай, чебуратор. Ты чё, Лилианыш, уже это... Ты ничего не помнишь, что ли? Открывайся. И чё? Можно наверх залезть? О, можно. И чё там? Да нихера там нет. Ну тут какие-то... О! Нихрена себе. Орудую я тут у него на кухне. У чувака. Давай все разбринчим здесь. От чайника. Чайник скинем, давай. Нет, не хочет. В общем, это ладно, черт с ним, какие. Что за здесь секретики-то интересные так в игре-то? О-о-о. Нихрена себе. О, шапка.
Да, шапка появилась. Точно появилась шапка. Ну, пока давай вот этой, в этой шапке, в деревянной побегаем чуть-чуть. Потом разберемся. Вон тут шляпу большую. Как у этого? Из первой части-то. Уже нихера не видит. Или он без шляпы был, уже не помню нихера. Ой. Ой-ой-ой, что там такое? А, тут не пройти, смотри. Там что-то делается. Вон там сидит кто-то за стулом, за этим. За столом. За столом. А, пошли сюда. О. В подвале. Моток ниток зачем-то. Ой, мальчик, а как тебе туда попасть? Или мальчик, наверное. О, музыка такая. Давай топор. Ой, не топор, тесак. Нифига себе. А как тебе сюда теперь попасть? Ладно, сейчас разберемся. А, вон топоры есть. Чик. Деревянный, блин. Ну чё, а, нельзя запрыгивать, да? Ну давай запрыгнем. Ага. Сейчас рядом с тобой чип на башку, то есть себе вот будет смешно. Мальчик, я бы на твоем месте сейчас занервничал. Тебе в дверь ломится чувак с топором. И на башке у него пенёк. Аллаху Акбар! Ай, куда уронил? Попался! Ты где там? Страшно, бля! Влазь нахер! Сейчас будем тебя, это... Влазь! Социализировать сейчас тебя будем, Маугли! Реально как обезьянка себе. Сейчас убежит. Ты, говорит, себя в зеркало ты видел, нет? С такой харей. Ну тут заключение был, вон, судя по тому, что на стенках накорябал. Да. Ладно. Тихо. Чик. Чик. Тут свечка какая-то горит. Капкан. Опа! Не знаю зачем. Сейчас раскачаемся. Хоба! Ай, блин, ничего, в общем, не вышло. Он убежал наверх. Сейчас дверь откроет, видимо. Че еще? Давай еще раз давай глянем здесь. Чик! Пустота. Побежали. Хорошо, у него стамины нет. Так, уже шумят. А, он отсюда ушел, встал. О, бля. Да, страшненький, блин. Куклы. Мальчик и глаз вытек. Чё? Да не ссы ты! Сейчас сниму этот страшный шлем. Это девочка, видимо. Да хер его знает. Иду, иду, сейчас помогу тебе. Подкинем тебе. А, меня подкинуть? Блин, подожди. Блять, ну. Хоба! Ну давай наверх залазим. Он придет, не придет. Может и не придет, кстати. Так чисто звуками пугает. А, ключик надо раздобыть. Надо раздобыть ключик. Давай сюда подпрыгиваем. Ну. Вот, давай. Чего ты? И-и-и.
А, чемодан надо толкать, все, я понял. Ну иди сюда. Все, правильно мой, да, сделали. Идем. Так, теперь какие-то вертушки. Здесь у нас ничего. Так, не понял. Не понял я. О, там тетка повешенная висит. А че мне крутить-то? Ручку здесь, деревянную ручку надо найти. Подожди. А, во. Ага. И... А, сейчас мы найдем, наверное, вот эту ручку, которая крутится. Вон она. Ты что, монстр? Живой нет вообще. Ну-ка, давай. Ватная тетка. Чик. А, ты крутить будешь? Давай крути. Какую-то штуку, блин, странную. А, все, вот так вот. Ключик надыбал. Схоронил. Такое себе. О, гном, куда ты побежал? Давай, закинь меня. Ты где? А куда он убежал? А, вон он. А, смотри, куда тот тащит меня. Эй. А чё, куда? А прыгать не надо было. И... А, следующий чемодан надо открыть. Не понял. А чё? Что делаем, я не понял с тобой. Да. Чё, блядь, куда это я припёрся-то? Вообще нихера не вижу. И, чувачок, куда? А, идем, говорит, сюда наверх. Подожди, ну. Попробуем. Нет, сюда не запрыгивается. Он меня куда-то затащить хочет, в общем. А, вот так вот вести. Все, я понял, идем.
Ну. А, подожди, надо эту штуку вести. К нему подвести, точно, точно. Ага, точно. Бля, нихера себе. Да схватись уже. О, тащим. Где я шляндаю? И он еще гном один. Так, здесь не цепляется. Куда я приперся-то? Эй, вы чё? Чё творится-то такое? Эй! Мужик, чё надо-то? Не лезет здесь. И здесь не лезет, и тут спрыгивает. Чё-то врубиться не могу, бляха, муха. Блять, в общем, как это жесть. А, подожди. Что-то у меня какие-то мысли появились. Да? Блять. Надо сейчас бежать по самому верху, блин. Нахера это все? Чтобы шло, я не понимаю. Я тележку вытащил заранее. Это в первой части, похоже, что-то было. И чё, подожди. Ой, не то. Шапка вот эта у меня теперь. Ну давай ее напялим. А, и вот так вот что ли? Так, этот расколупал мне что-то тут. Давай спрыгивай. Я думал, хоть лицо покажут. А то в виде гриба так и носишься. Ай, бля! Тихо, давай спокойненько спускайся. Без вот этого вот, бля. А, доску удерживаю. Ради этой шляпы, что ли, все делалось? Ну, блин. А, начало приперся. Так, у меня теперь есть ключ. Значит, теперь мы спускаемся вниз. Все, спрыгивай. В смысле, блядь? А, вот, доставай. В первой части, по-моему, ключи он таскал прям в руках. Так, вот сейчас помню, за нами сейчас охотник прибежит. Охотник. Охотник Себастьян. Так, подожди. Туалет у нас там чем-то отпирается? Нет, не отпирается. Защелка на нем. О. Звуки уже какие-то страшные, слышите, да? А нахер ты заряженный-то? Подожди, как мне куда попасть, блин? Так, может ящик просто подвинуть надо? Давай подвигаем. Так и есть. Все, хватит. Поехали. Опа! Разбегайся. Кто там кавка, гавка, чавка? Шкуродер!
шкуру снимаю. Скиннер. Сейчас опять закричит диким голосом. Так, чё как здесь? А, дверь толкнуть надо, наверное. Ружьем вдарил мне. Так, бегать нельзя, типа, да? Правильно понял? Ладно, хорошо. Шумел слишком. Он у меня контузию получил, мальчик. Еще раз повторюсь, здесь монстрики страшные, да. Но в Bramble Mountain Kingdom еще страшнее могут быть. Бежим! Бежим! Ой! Надо было за ящик забежать, да? Застрелили! Я застрял. Че ты уперся в ящик? Так, бежим, давай. Ага, давай. Бежим. Вот за этот ящик давай. Бежим дальше. Спрыгиваем и вот сюда вот. В башке мешок. Ушли, гаденыши, да? Ай-яй-яй. Нет, говорит, я просто так не уйду. А ты что, назад не догадаешься посмотреть, что ли? Чего ты ручонку-то тянешь? Он сейчас назад оглянется и все, и пипец. Я глянулся посмотреть. А, взяться за руки? А зачем взяться за руки? Ой. Как нас не видит? В инсайде там тоже было. Когда ты за маленького мальчика убегаешь, а тебя там расстреливают. Дяди из на минивенах. С автоматами. Очень прикольно. Так, сидим. Девочку застрелили, да? Бросил. Надо за ручку вести, типа, я понял. Чё, дышит астматично. Ну, интересно играть прям. Не хочется отрываться. Так, давай сидим. Дождемся следующего поворота. Давай, прыгай сюда. А, ушли.
Чё, придурок? Куда идти-то? Чё-то я не понял. Сюда, что ли? Фу ты, я уперся в угол. В яму взял, выстрелил, придурок. Патронов не жалко. Пипец просто. Вот, и вот дальше, по-моему, да, вот демка уже где-то здесь, по-моему, заканчивается. Или там до дома доходишь. В общем, что дальше будет, я не знаю. Вась. Где там охотник-то? Себастьян. Охотник Себастьян. Так, что здесь делает? Так, понял. Лично сам. А, тянуть нужно за вот эту херню. Да? Ага. Так, и чё? Так, дальше что? А, звать нужно. А, да ладно, что, серьезно? Джиганимо! О, блядь, попался, нихера себе. Вживую так пробовали? Дикие силы нужно иметь и крепкие связки. И здесь вопрос не про голосовые связки. О, гном сидит в этом. Ну тут их номи называют как-то. Чик-чик-чик. И чё вот я, наверное, залезу, чтобы что? Чтобы что? Ну. А. И. А, это шляпа просто. Где тебе гном думал сидит? Так, подожди, что у нас главный убор? Фу, это неинтересное. Давай будем ходить чуть-чуть в эту, потом желтенькую оденем. Мне желтенькая больше нравится. Шляпу нашел, тут еще какие-то сущности, что-то какие-то искать надо, которые я, видимо, ни одной не нашел. Да и нафиг! Че они мне дадут? Так. Видим, видим. Давай сюда за ящик спрячемся. А подожди, его тащить, наверное, надо? Нет, не надо. Ай, бежим. Блять, попал, сука, дробью. Косёк. Шапка неудачная, шапка охотника. Чё ты, блядь, это? Блядь. Всё, мне пипец. А нет, ещё не пипец. Ой, как ты успел. Бегу, бегу, бегу. Ай, блядь. Ну, для него маленькие паразиты, да, согласен. Я у него на кухне бутылок разбросал. Чё ты, мальчик, это... Вот я здесь, по-моему, точно уже не был, вроде бы. Все, прячемся, блядь. В болото давай. Пусть он сам там. А чё, как? А, нырять можно, сука. В говно. И чё, и чё? А, надо еще перелазить будет, прикинь, наверное. Здесь не получится скрываться. Но. Чё, куда залезть? Как залезть?
не прыгает, блядь. Ну? И чё, как залезть ты, блядь? Чё-то я не понял. Не хочет залазить у меня. В каком месте запрыгивать-то? Блядь, с самого начала припёрся. Дайте залезть мне уже! Бульк? Вот доска. А, доску может выдернуть? Ну, ничего не понял. А, проползти, блин. Догадался в кое-как. Да, я не шибко умный бываю. Ой. А шо ты нахер? Ты чё толкаешься-то? Убежал искать самоаналитика. Да, здесь я точно не был. Еще толкается вот эта маленькая девочка или кто там. А, уронить надо, прикинь. Сердечко еще. А, тебе помочь надо, что ли? Подожди, блин. А, вот все, вылез, я вылез, вылез. А, сука, говорит. Пузырики. Фу. По таким. Воронье. Да, воронье разлетелось. Давай, бежим, 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 бежим. Ой. Ручку дай сюда. Ай, попала, бля. Ладно. Чё ты там, вставай, здесь у нас нет никаких секретов. Ладно, попробуем без ручки пробежать. Бежим. Бежим. Ой. Давай, 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 дверь запираем. И это классно. Это просто чудесно. Еще в ушах зазвездел. Потом в протоколе так и напишут. Вдвоем будете рассказывать, что он вас преследовал, там все дела. Группа лиц, блядь, застрелили чувака. Ладно. Не, весело, мне понравилось. Все бы выли отсюда. Это просто чудесно. Сейчас доска-то у нас утонет. Ой, дверь. Куда это мы уплыли вообще в туман? Что-нибудь сделать-то можно? Нет, нифига. Сидят, переживают. Мужика, говорит, с мешком на башке застрелили. Если мы, говорит, с этим, с повинной придем, срок скостят, нет. Ой, там какие-то эти буи уже, телевизоры из первой части. Плавающие телевизоры.
Что за интермедиа? Так, идем куда-то. В океан уплываем далеко. Нихера себе! Ну а в первой части тоже циклопические такие непонятные здания. Ой, еще дома кренятся. Оседает. Ну блин, есть атмосфера, есть. Я тут недавно в одну игрушку поиграл, Бабди называется там. Тоже такой какой-то, блин, кавкианский кошмар, какие-то здания такие громенные. Ролик с Бабди выйдет раньше, чем Nightmares 2, так что вы можете познакомиться. С ружьем классно получилось вообще. Сука. Просто чудесно с ружьем вышло. Че, дай руку-то? Да, че ты там застрял? Пошли. Стало. Стоит. А, ну испугалась, типа, да, типа, куда ты меня вообще ведешь? О! Вон чувачок какой-то стоит у телевизора. Сейчас я детский сад заберу, да, буду толпой бегать. Кто? А, испарится сейчас. Ой. А, это вот мы вот эти, может, кошмарчики какие-то собирать надо. Или что там, как они называются-то? Чих, испарился. Где можно посмотреть? А, не знаю где. Пошли! Заведу тебя в это страшное строение. Хлоп. И чего? Ой. Ой. Такое этот тулубище висит. Так, хватит куда-то бегать, теперь в желтенькой будем носиться. Все, что здесь делать? Чувачка поздоровался с каким-то черным чувачком, и он это испарился. Ой, нихера себе. А, город-то. А, я вспомнил, что мне этот город напоминает. Этот темный город, если фильм не смотрели, посмотрите его. Очень хороший фильм. Он, может быть, о нем больше было бы известно. Он просто вышел в тот же год, по-моему. В тот же год, что и, первая «Матрица». Соответственно, все призы ушли в «Матрицу». А, люди пропали. Угу. Прикол еще в другом, что в декорациях, в которых снимался «Темный город», часть декораций, особенно в начале фильма, она снималась же, опять же, в той же самой «Матрице». Эти вот дома вот эти серые, зеленые, черные. Так, куда мы пришли? Это какое-то кафе. С телевизорами. Что за прикол тут с телевизорами? Так любят телевизоры. Так, давай. Запрыгивай мне. Помоги. Оба. И? А, запрыгнуть вот на эту херню, что ли? Ой. Да, да. Так, подожди, а как эту херню вытащить-то? О, я тут остался один. Подожди, а как? Может, блядь. Столкнуть, что ли? Блядь, да ёб твою мать. Очень сложная загадка опять для меня, видимо. Так, ну сюда что запрыгнуть, понятно уже. А, толкнуть? Ага, точно. Подожди ты, бля.
Сейчас улечу куда-нибудь. О, бля. Сейчас тихо, не сори. Там не бухти особо. Так, пошли тебя искать. Сейчас телевизор скину, ай. Охренеть. Я уж думал, разобьется сейчас нафиг. Так. И чего, и как тебе было попасть? А, да ладно, серьезно? Джиданиму! Блядь, я бы вживую не рискнул вот так вот прыгать, как вы прыгаете. Не, ну они, правда, тут перезагружаются. Базару нема, как говорится. Подожди, что ты там? Ты откуда дерево? А, вон, сейчас толкнем тебе. А это вот какие-то штуки собирать надо, я понял. Частички хаоса там или как там. Ага. Так, еще телевидение. Опять пустой костюм повесившийся. Бля, жесть-то, конечно, вообще. Че, чем ломать будем? Ой, там опять кто-то урчит. А, в щель просто пролазишь? Телевидение меня. Я же ушел из зоны поражения, чё ты ко мне? Что это происходит? Какую-то передачу настраиваю. Чё и куда это? Где это оказался-то? Вы чё? В мультике в начале игры, который был точно. Бежим. По кривому коридору прямо в глаз. Ой! А нас тут двое почему-то оказалось опять. Что это такое? Что за странные передачи насмотрелись? Ладно, все, хватит. Вштырилные такие. О, бля. Нихера себе. Вот это я телевидение понимаю. Отходосы как от хер пойми чего там. О. Нифига себе. Детская площадка вон. Тут прям как Resident Evil, вон чья-то шляпа. Или чья далеко. Так-то шляпа. Но она не цветная вроде, да, типа. Я думал, там улица, думаю, нифига себе, дальше можно бежать. Понятно, что на детскую площадку надо выбираться. Ладно. Заверещал и улетел, ковер такой почти новенький. Так, подожди, как туда лезть-то? А, отодвинуть эту херню. Блять. Давай. Не в ту сторону толкал я. Все. А, это вообще школа нафиг. Давай полазим. Нихера себе. О, плачущий мальчик. Мальчик плащет. Чё ты куда? О, куда-то лезет, смотри.
Чё? А он рюкзак еще какой-то. Глаз. Ничего не берется. А чё ты в мусорный парк полезла? Не понял я. А в мусорный бак полезла. Непонятно. Ну и мячик есть. Что это такое лежит? Так, отсюда мы пролезли. На качелях покататься. Нет, не покататься. Мне что-то не нравится, то есть это обращает внимание. А где девочка опять? Что ты здесь увидела? Давай, показывай. Блять, она что-то там видит. Непонятно. Что-то вообще непонятная эта штука. Внимание привлекает, и ничего не происходит. Ой, блять, видно же, что лежит. А почему-то у меня не бралось, да? А, в виде мячика. Хе-хе, нихера себе. Ладно, заходим. А чего, как туда попасть? А как туда попасть-то? Что-то я не понял. А, по веревке, нифига себе. Ну, запрыгивай. О, полезли. Лезем по веревке. Чик. Сохранилось. Ну и продолжение будет. Ой, что-то горит из этого, как его, в ведре. Продолжение будет, ребята, в следующий раз. На сегодня все. Пока-пока.